Друзья, всем привет. Короче, делал я борозды на другом участке. В итоге вот что произошло с окучником. Еще раз убеждаюсь в том, что заводское оборудование оставляет желать лучшего. Все равно приходится усиливать, доваривать, переваривать. Поэтому, если есть возможность сделать самому, если есть способности какие-то, конечно, лучше делать самому все. Но если нет способностей, приходится покупать и все равно доваривать, усиливать. Это я убедился уже на своем опыте. Горьком уже не раз происходили такие вещи, когда покупаешь что-то заводское, а именно вот из техники, все равно приходится где-то что-то переделывать. Вот еще одна из причин. Просто диск оборвало по сварке. Сварка вообще никудышная, короче. Ну, это дело, конечно, я приварю все. Усилю. Без этого никак. Ну ладно. Вот такие дела. Ну ладно, всем пока.